Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Свой среди своих кулинарии». Я свой, и сегодня для вас мы снимем замечательный такой вот настоечку очень быструю, которая называется «Морской бриз». Замечательная вещь. Обо всем по порядку. Не забывайте подписаться на наш канал. Рецепт будет на сайте. Ну, а мы начинаем. Погнали! Ну что, дорогие друзья, приготовим морской бриз. Так, для начала нам понадобится мультифрукт 250 грамм. Заливаем сюда. Смотрите, идет у нас чайная ложечка чая, потому что чай у нас содержит кофеин, ну и придаст немножко легкий такой приятный аромат. Сюда же пойдет у нас корица, буквально на кончик чайной ложечки. Друзья, ну это же все-таки бриз, поэтому мята, две веточки. Предварительно пожмакали ее вот так вот. Закинули. Отправляем сюда же. Для легкой-легкой нотки буквально вот так вот на кончик ванильки. И все дело заливаем 0,5. Можно водочку взять, если где-то будете на отдыхе. Ну, если дома, можно и самогоночку чистенькую взять. Так, друзья, теперь это все дело под крышечку и на пару часиков в темное место. Ну, а если у вас бурный вечер, то, соответственно, с вечера сделали, поставили это на ночь. Увидимся на дегустации. Ребятки, ну все, 2 часа прошло. В принципе, частей мелких очень много, поэтому воспользуемся ватным диском. Накладываем ватный диск и марлю в несколько слоев. Ну и таким вот образом, ребят, теперь все это отфильтровываем. Фильтрация идет, в принципе, вполне достойно, так нормально. Сейчас все дофильтруется и обязательно продегустируем. Ну что, ребятки, самый приятный момент дегустации и подачи. Так, берем мятку, свежая мята. Ребята, это что такое? Ах, как пахнет. Ох, супер просто. Так, берем нашу настоечку. Ох, какая классная вещь. Достаточно. Ну и обязательно, друзья мои, как же без этого, добавляем кусочки льда. Заканчиваем моментик маленькой изюминкой. Ну и дегустируем, друзья. Ребята, это что-то с чем-то. Это просто божественно. Не знаю, пробуйте, делайте, пишите свои комментарии. Ну а с вами был Свой. Всем пока, друзья.